В начале декабря отмечается Международный день инвалидов. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов по этому случаю сделал подарок нескольким нуждающимся людям пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в нашем муниципалитете. Одной женщине 93 года, одному 64, 70 лет, 80, то есть разный возраст. Это ветераны труда, ветераны войны, то есть это граждане, которые действительно, ну, заслуживают, чтобы им вовремя предоставили кресло-коляску. Всего было закуплено 5 инвалидных кресел. Родственники двух инвалидов смогли приехать на встречу с депутатом. Я искренне вручая эти коляски, хочу пожелать, чтобы действительно они послужили этим людям, чтобы они, эти коляски, облегчили жизнь и существование и для них, и как следствие для семьи. Одной из тех, кто получил такой необходимый подарок, стала мама Владимира Землянухина Вера Петровна. Она ветеран Великой Отечественной войны, сейчас ей 93 года. Коляска нужна была, бабушка у нас старенькая, ей 93 года, передвигается она, в общем, с трудом. И сейчас у нее появится новая возможность встречать Новый год в более благоприятных условиях. По словам Юрия Липатова, взаимодействовать с администрацией Ленинского городского округа ему очень комфортно, и любые вопросы удается решать оперативно. Хотел бы выразить самые сердечные слова благодарности тем людям, которым было поручено этим заниматься. Они отработали очень оперативно во взаимодействии с инвалидами. И очень приятно осознавать тот факт, что люди, которые получили эти коляски, значит, они очень довольны. И самое главное, что довольны семьи. Инвалидам и их представителям, кто не смог приехать на встречу, новые коляски привезут на дом. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.